Табаков уже, я так понимаю, что он ведь вас пригласил в самом начале, да, вашей карьеры сотрудничать? Ну, еще студентом я был. Еще студентом вы были, но не сложилось, да, там как-то почему-то? Нет, там, я перешел из Щукинского училища к нему. Так, но потом ведь кто-то выразил недовольство тем, что вы в каком-то там подвале вообще... Это вот что Щукинский ректор. Да. Он не захотел, чтобы я там играл. Почему? Это была ревность или просто человек... Нет, это просто что... на дворе был, как говорится, 78-й год. Угу. Поэтому что было там в голове у господина Пелесова, я не знаю. Угу. Но вот он сказал, что студент Щукинской школы не может играть, так сказать, в подвале у сомнительного Табакова. Угу. Это вот фраза, которую я запомнил на всю жизнь. Угу. После чего последовало предложение Олега Павловича просто взять и перейти. Угу. И я просто взял и перешел. И вот мы стали, так сказать, с 78-го года вот уже. Угу. Периодически Олег Павлович говорит: Андрейка, сколько мы с тобой знаем друг друга? Говорю: Олег Павлович, с 78-го он так долго не живут. Ну да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».